помощь другу, надо только помочь, надо оперативно. Попробуем сразу всех перебить. Нихера себе нас тут пробрало. Давай, Юрик, давай, давай, иди, не пялься. Забегали мы к детку. А, о, ёпона, мать. Так. Нормально, мы так проголодались. Давай посмотрим, что у него по ремонту брони. Так, модификацию оружия мы сделали. Потом покажу. Снарягу починить это возможно. Понятное дело. Давай посмотрим. Пистолет. А вот прикид. Ё-моё, 42 косаря. И, конечно же, ремонт брони. Или его уже невозможно починить, понятно. Давайте ща пойдем разберемся с ним сталкером. Может, с броней повезет, не знаю. Прям что-то как делать. Но у нас еще время есть. Так, с волком говорили. Все получили. Стоп, задача. Слышали? Глубоко в зоне спать нельзя. Случаются такие кошмары, что можно и не проснуться. Кто-то от разного сердца во сне коней двинет, а кто и просто крышей поедет. Да. Но, говорят, если приспичит поспать, значит, то на голову надо надеть шлем с сеткой. Диггер. Все обойдется. Агропром, кстати, надо будет забежать. Но смотрите, мы все глубже и глубже уходим. Таких шлемов ходят. От начала зоны давайте. Уже не будем тормозить. Пойдем. Не, днем тут лучше бегается. Ночью нафиг, а. Звуки всякие добавили они. Ну, мододело. И так в Сталкер было бы неприятно ночью бегать, а тут вообще как будто какой-то Deep Space играешь. А вы знаете, я это дело не особо люблю. А вот, кстати, поставили себе. Так, по идее, получше будет, но посмотрим. Раз патронов ноль. Так, кстати, да, раз патронов ноль. Мы не можем никак взять в эту руку. Стоп, у нас же две их штуки. Еще я туплю. Так. Они вообще поодинаковые. Так, подожди. Кабанчик, не мешай. Оружие в первом слоте. Давай, брец. Только не поломайся. Отлично. Вот. Да блин, ну чё тебе надо, а? Я помню, был какой-то еще мод на Сталкер, только не на день Чернобыля, а на... Ай, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. День Чернобыля, чистое небо, Зов Припяти. На Зов Припяти, где можно было собирать мясо животных и его потом жарить. Немножко радиации, правда, отдает. Чего вы тут чавкаете, а? Но ничего, тоже дело было такое. И с таблетками закинуться. Да, надо будет таблетками закидываться перед тем, как жрачку есть, то все нормально будет. Зомбаки валяются. Кстати, солдаты-то некоторые пропали, что странно. В зомби, что ли, превратились? Ох, чем дальше в зону, тем больше выстрелов. М101 патрон. Еще нам посидеть бы, давайте еще стаминку. Хотя еще стаминку устанавливать, у нас до хрена адреналина.
Давайте послушаем, кто кого там бил. Это что за поза такая? Ты кого высматриваешь? Так, болтали уже. Угу. Ладно, понял. Заняли точку, это хорошо. Тут фонит немного, ребята, так что аккуратней. А то экскаватор фонит немного. И сразу зафонило у меня. Так. Нам свалка, вот. Бандиты и свалка. И узнать у серого о стрелке. Чую, экшена нам будет хватать в этой серии. Главное, чтобы боли поменьше. Песик, не ворчи. Да кто где? Я же с вами тут разобрался со всеми уже. Так, зомбяк. Ой, понял, торопит меня. Зона сама торопит. Ладно, не обращай внимания, двигаем по... Стоп. Там схрон какой-то. И разбитый грузовик, кстати. Ой. Так. Одна. Давайте попробуем. Ой. Все. Вау. Это... Стоп, подожди. Ох, у нас сейчас... Что вам от меня надо, да иди ты. Ну и озвучка, конечно. Жалко патрон на вас, а? Главное, чтобы ветер не летит, а? А то полетаем сейчас, а не вовремя. Нах, не пошел. Лантор денежки. Так, на что мы патрон там взяли? Любопытно. Ну-ка, давай проверим. О, не то. Так, не, ни хрена. Костюм, нужен костюм. Да чё ты гавкаешь, а? Эй, ты чё? А сразу подохнуть не мог? Так, там кто-то валяется. О! Тошка-агент. Крест у лагеря бандюков. Губка гоп. Вам спортивные штаны увидите, пристрелите. Давай вообще без базара. Уже на меня? Откуда? Как? Радиарса не в тему. Да ладно, нету. Вот это плохо. А вот это плохо.
На М-ку. На М-ку тоже нет. С дробашом пошли на бандюков. Очень красавцы мы. Дахары фонить. Военный блокпост приготовить документы. Да отвали ты сейчас не до тебя. Так, давай пока. Берем, собираем. Сука. Да не надо мочить, а. Тихо ты. Выходи, по-любому найдем. Так. Сука! Получилось! Нахрен. Ой! Это же эти... А, призрак, сука. Его, по-моему, бить только ночью, может, не помню уже. Дверь не закроешь? Блин, отлично просто. Нет. В смысле? Нет, не хочу на другую территорию переходить. Но в любом случае придется. Угу. Ладно, давайте. Так, я тут запись приостановлю. Так. Помочь другу надо только, помочь надо оперативно. Попробуем сразу всех перебить. О, молодцы, а! Твою ж дивизию. Ну, парень, ты должен будешь. Не думал я, что у нас получится. Спасибо, друг, ты мне очень помог. Опаньки. Спасибо, друг. Я твой должник. Помолчи. Так, присоединимся сейчас, а? Так, что происходит? Идем, ведь сейчас с ним, думаю, поможем вместе. Идем. Давай, сейчас подожди тут, парень. Соберем с них все. Куртка хорошая, я бы ее себе взял. Вот так, а у тебя что было в руках? Ну ладно. Так, куда нам идти? Давай, пошли. Твои или бандиты? Давай-ка сохранимся на всякие свои. Ну чё, бес, здорово, а? Привет, сталкер, ты как раз вовремя. Нам сейчас очень нужна твоя помощь. Бандитская труди пытается получить контроль над свалкой. Здесь, получается, назад была драка. Троих уродов мы вложили. Остальные братки отступили, но явно вот тот вернулся с подкреплением. Нас мало, и лишний ствол не помешает. Продолжай. Так, с агропрома пойдут с запада. Если поможешь нам уничтожить их подкрепление, то я в долгу не останусь. Да вообще без базара, без. Только мне бы патрончики. Так, 45-39. Давай, вот так вот. 4 косаря! Не, ну я понимаю идут, то, что... Они идут! Ах ты. Отлично, мужики. Выдвигаемся на позиции. Так, нет. Блин. Не густо вообще. Ладно. Потом тебя добьем. Падла. 7 патронов.
Так, мы как всегда вплотную бежим. Давай. Не убивай, мужик, только не убивай! Пацаны, выручайте! Я не на делах чисто, не надо, мужик! Сейчас ты у нас крякнешь! Мужик! Так, стоп. В смысле крышка? Всех же перебили. Кранты тебе! О, пойдет. Своего, правда, собрали, но... Так. Стоп, ты еще хочешь сказать, что это еще не все? Да ё-моё, вымотались. Да я понимаю, да и запрыгнуть-то. Ой-ой-ой. Во. Гляди-ка. Все, ты труп. Внимание, чужой. Тихо, пацаны. На все. Ты труп, мужик. Да не, ой. Тебе крышка. Осторожно, чужой. Мы к игропрому, что ли, прям пойдем? Вы что, забрените? У нас тут... Блин. Ой! Не, нахрен. Эх, ты труп, понял? Ты дело дрянь. Что будет делать? Нахрен. Выбросить. Вот так уже получше будет. Пускай проходит, прямо не переживай. Маслину поймал, блин. Добить, что ли, им вам? Их вам. Блин, я не хочу сейчас нарваться на кого-нибудь. О, видимо, добить надо было просто. А ты, сталкер, подойди сюда. Так. Сейчас я патроны соберу, подожди. Мак. Вот это вот хорошо. Уже перегрузка пошла. Так это говно скинем нахрен. А так, может кому-то пригодится, соберет. Я как-никак сталкер, мне
Все-таки бутать надо их, не переживайте, парня. Так, вашего одно положили только, да? Короче, плохо тоже положили кого-то. Ну что, без. Его, ой, положили-то ваших, а? Совсем зеленых набрал. Санек, это случай мне. Витюха. Ну, вроде я труп Юрки не видел. Возьму, конечно. А. О, 13 косарей. Вообще шикарно. Что за место? Ну, понятно, про свалку. Заброшенный ангар, понятно. Разговор с тобой, мы поняли, то, что уже. Хорошего. Степан Могильщик. Поднятие настроения. Ну, понятно. А все-таки накоплю я на свой домик. Так, возьмем. И не радиации, тебе... Борька. Я пытаюсь понять. Тимоха, блин. Чуть положили вас тут вообще дурдом как-то. А вон как парня звать? Славик. Ну, Юрку не нашел. Может, в живых остался. Тимоха. Угу. Юрик, твою мать, а? А мы так пробовали. Тебя все-таки засейбить, ну. Обидно, обидно, обидно. Ладно, пойдемте дальше. Так, стоп, а что мы сюда шли? Так, кладбище брошенной техники, понятно. А, мы походу сделали то, что мы сюда шли, или нет? Нет. И вот, главаря вроде как тут должны будем убить. Или убили уже, сам пришел, ну ладно. Знаете, что вообще я думаю? Нет, я думаю то, что мы пройдемся дальше. И мы опять жрать хотим. Так. Прям. Мне не нравится тут идти. А! Твою мать, вот поэтому. Мы сгорим просто моментально. Так. Давайте проверим по поводу пистолетов. Макет хорошо, конечно, но... О! Нормально. Стоп, я ж перезарядил его, что за фигня. Вот. Вау! Нормально он меня садил, пока мы тут пистолет оценивали. Нормально, так пари. Чё-то я... Падла, а? Зажимает. Ой. Твою мать. Из-за этих текстур ни хрена не видно. Ага. Бык, ты труп, понял? Нет. Вау. Там зомбек их бьет, пускай разбираются. Так.
патрона. Уничтожение лагеря, понятно, кто кого. Так, блин. Конечно, обидно, что загружены нормально мы бы. Но их облутают, пока мы тут будем шастать. Поэтому берем все самое легкое, по мелочевке продадим. Эх, так, у нас была ТТшка вообще белая. Давай вот эту выложим. И вот эту, с этой тоже все плохо. Ну, блин, только не говори то, что ты... Твою мать! Отвали, 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 отвали. Вау! Излом, блин! Твою мать, что за херня? Бе-бе-бе-бе-бе. Да ё-моё, заклинило. Так пушку надо ремонтировать будет. Надо будет собрать копию такую. У нас есть они? Есть. Чтобы отремонтировать. 103. Блин, она чё столько весит? Это говно выкинем нахрен. Вау! О, подонок, а? Тут расслабляться нельзя, короче. Выбросить, говорю. Лагерь зачистили. Так, по-хорошему на не идти нам. Нам тут бы у серого стрелки узнать. Давайте дойдем в этой серии уже. Блин, тут падлы. Новые появляться начали. Не хочу Лёха, пока туда. Мы атакованы группой бандитов. Нужна помощь. Братки, выручайте, беспредел творится. Где вы? Бандиты охренели. Где конкретно? Как с вами связаться, рация? Где? Блин, есть мяч сейчас. О, пардон. Так, да господи, что-то пролагивает. О, артефакт. Ждем. Мы опять перегружены. Я уже не знаю, что выкинуть. Давайте маг выбросим. Один. Просто валим. Тебе недолго осталось, вылезай, козлина! Браток, помоги отбиться от уродов! Уже опять, ну... Да вы что? Ранило нашего! Блин, ранили нашего.
отлично. Зомбики, ё-моё, опять, а? Молодцы, мужики, мы их одолели. Всем отдыхать. А ты, сталкер, подойди сюда, поболтай. Я сейчас подойду, подожди, тут облутаться надо. Нахрен, нахрен, звуки мне эти не нравятся. Бе-бе-бе. Ну что, здорово, серый, да вообще без вопросов, а? Дай-ка мне лучшую замену информации о стрелке. Хорошо, учитывая твои почти безвозмездную помощь, слушай, у меня будет ждать один из ребят, бывший дикер, потом кротом кличут. Он раскопал нычку сталкера, не знаю, нашел там что-либо или нет. Вот тебе координаты места встречи с ним, и скажи ему, что ты от меня. А так как меня теперь стерегут, то я... пока уйду в подполье. О, кстати, денежка и благодарность за помощь. Спасибо. Ну, у тебя тоже нифига нет, а? Ну что, серый, давай, постереги меня. О, блин. Давай выпьем. Во. Блин, все. Броне хана. С кем ты дерешься? А, за дупом, да, серый, давай помогу. Убил? Вот ты меня, блин, ну ты точный, конечно, а? Так тоже вариант. Все нормально. Так, давай ты, говорю, постереги меня, не хочу тут один ставить с этими зомбиками, а. Не нравятся они мне. А мы продолжим уже следующей серии. В общем, всем спасибо и всем пока-пока, ребят. До скорых встреч. Увидимся в зоне.